Всем большой привет! Воскресенье. Такой вот у нас будет пикник. Конечно же, мы вчера не купили, на чем нам сидеть, поэтому вот. Да, давайте. Не купили, блин, поздно вернулись, уже не успели в свой магазин. У нас магазин просто всем. Обычно в центре он 8-9 закрывается, а наш всем. И не успели купить, поэтому надо было приспособиться. Ну, я вообще смотрю, ребята не заморачиваются, кто-то газетки ставит. Кто-то просто садится даже без чего-либо. Вот мужчина там лежит. Ну, немцы отдыхают. И вот мы решили тоже пикничок сделать на природе. Давайте сделаем вместе со мной распаковку, что у нас сегодня на пикнике. Девочки, на разговаривают. Сейчас. Так, что мы взяли, значит? Уже я испугалась. Смотри. О, господи, Настя. Давай! Уже коровка. Иди сюда. Это, короче, дерево паучье. Растут, давай. Где растут пауки? Так. Вода. Это дерево газированное. Это была разведка. Вода минерально газированная. Чипсы взяли с собой, не знаю, пригодятся или нет, но решила взять. Так, не знаю, тут как будто не для твоих. Настя, давай. Упаковка салфеточек. До еврика, кстати. Мне не нравится неподготовленность, это в очередной раз. Так, не надо мне тут рассказывать, все у меня нормально. Давай. Не рассказывай. Два бананчика много не брала, потому что, думаю, достаточно. Влажные салфетки, сухие, на выбор. Ну и тут просто сидеть одному человеку. В смысле? Вот сейчас сядешь. Чего? Сейчас я раскладу все. Так, дальше. Сок вот, капризон, кстати, взяли. Нет, вы такого раскладу. Вот любят посмотреть люди, ничего страшного. Да, ну вчера я много вообще выпила. Что еще у нас тут есть? Прилагаю вам виноград. Предлагаешь? Да. Или прилагай? Я не услышала. И вот наши дремнушечки. Сразу цвет. Кто готовился к пикнику? У меня, значит, здесь сырок. Я на кубиками нарезала. А колбаса? И колбаса, да, упаковка. Вот, я замотала ее, чтобы это, потому что это открытая упаковка была. Надо было доесть, поэтому вот открытую уже взяла. Сейчас покажу, что мы тут, значит, наготовили. Так, вот мои отбивнушечки. Вот у нас остались черри. Типа черри, но я все-таки думаю, кстати, что это не черри. Вообще невкусные. Мне тогда показали вкусные. Вот, кубиками нарезала. У меня пакета, конечно, не было, поэтому пришлось упаковать все сюда. Ну, я сюда поставлю себе с Аней, будем вот так брать, кушать сырок. Себе. Сырок, кстати, вкусный. Его сегодня Аня распробовала, он мне очень понравился. Такой необычный, амстердамский. Что это здесь? А, это тут еще отбивные на всякий случай. А вот мы сегодня вообще ничего не ели. А вот те самые отбивнушечки. Я их так замотала, что ж хлеб, видишь, переживала. Уже лазит, смотри, сколько можно? Божьи? Возле коровки? Подожди, она залезла мне в босоножек. Это возле коровка? Сейчас руки запачкаю. Да. Так салфетка же есть, Настя. Нет, она в босоножек залезла и на подмогу. Говорю, руки вытереть. Так, я так покажу. Сейчас. Смотрите, сколько я упаковала. Просто. Людей не так уж и много. Да, людей немного. А тут у нас прям недалеко. Вот. Я ее напомнулась у меня уже. Вот курочка, вот отбивнушечка. Думаю, видно. Но это из-за того, что я упаковала, и хлеб отлично. Сам по себе мягкий. Я одну попробовала, очень вкусно. Не успела показать. Ну и будем, наверное, проводить эфир, да? Да. Так, смотрите видео, напишите нам комментарий, нравятся нам вам наши пикники, стоит нам делать. Мне или не нет. Нравится наш пикник. Не, ну Аня, ну извини. Я хочу нормальную подстилку. Аня, как другие? Все. Вот сидят на лавочке, пьют себе, кушают. Не знаю, у меня, честно, нет настроения на сегодня. Не знаю, мне хорошо. Сейчас природа, воздух, подышайтесь. Это хоть понятно. Хоть жарко. Ну, хоть и тепло, точнее, но воздух есть, точнее. Жарко очень. Ты что, тепло? 31 градус. Не знаю, мне нормально сейчас. Жарко. Вообще. Ну, в тенечке нормально, да. Так. Но так жарко. Так, сейчас надо вот это накрывать постоянно, потому что тут, я же говорю, мушки взлетают. Вот сейчас сырок попробую уже на что. Такой сырок. Дай мне. Знаешь,
Как будто у него сахар добавили, но это не сахар. Но... Я знаю, я тогда пробовала. Может, с виноградом будет вкусно? Не может, а будет. Держите. Надо? Ты помыла виноград? Уже пауки лазят. Настя, ты помыла виноград? Да, я их мыла. Мыла, вот, смотри, вода, ты что, не видишь? Ну, виноград сам по себе плохой, да? Как будто, вот он зеленый их, но они как будто их пичканы, да. Сахар туда добавляют, добавки, и все. И отправляют. Как это? Нормально. Сейчас ребята, колонку с собой взяли и пауэрбанк. Сейчас ребята этот. Пауэрбанк, кстати, очень долго заряжается. Долго, потому что он, наверное, мощный. Его да. Еще надо заряжать. Я зарядила только на две... Вот видите, разложились, да? Куда мне садиться? На голову, Настя. В смысле? Сейчас я что-то поставлю сюда. Ты сядешь, и все. Надо еще на сумку эту. Может, вообще тебе еще сумку сюда поставлю, сядешь, и все. Ну, в общем, как-то так, ребятки. Сейчас будем вести эфир. И... Кушать, общаться с вами. Заходите, смотрите. Вы напишите свое мнение. Как вам наш пикник? Чего, может, вам не хватает здесь? Чего вы хотели бы еще видеть? Не судите строго, это в следующий раз будет лучше. Потому что мы вчера реально не успели купить подстилку. Сыр правда вкусный, мне нравится. Но ничего страшного. Так что как-то так на этом, да, Аня? Уже будем прощаться? Так как прощаться? Еще включимся. А, ну может еще включимся. Ладно, давай начнем эфир, а там еще включимся. Мы в эфир. Да. Так, ребята, всем еще раз здравствуйте. Короче, у нас следующий же день наступил. Значит, что? Что вам сказать? Вчера, значит, были мы на пикнике. Я от себя скажу, нормально посидели, только то, что мне не понравилось, да, не было стульев. Там ребята писали в эфире, что, конечно же, купите стулья, будет вам проще сидеть, и удобно будет. Но я вам скажу так, я не знаю, где мы в следующем году будем, и куда потом девать те стулья. Так что как-то так получилось. Ну, довольно неплохо на природе сидеть. Воздух, тепло, пока погода вот последние недели этого лета. Жарко очень, да. Сегодня у нас была стрижка. Может, и незаметно, может, потом покажем, потому что... Кончики просто. Я себе кончики просто подстригала, Аня, да. Аня сделали там, потом покажем. О, спасибо всем, кто был с нами в эфире. Вчера долго общались. Ой, и на пикнике. Вообще, как села, так и вечером, да, и вчера вообще допоздна. Потом пришли домой, и да, допоздна очень сидели в эфире. Было о чем пообщаться, всегда рады. Так что заходите на эфиры также, не забывайте. А мы как-то так, сейчас вышли на прогулку. Нам надо сходить в банк. Да, банк надо сходить по делу. Пришло письмо, что... Я должна за проезд заплатить 53,50. Ну вот. Не 49, а 53,50. И мне сейчас придется заполнить какую-то бумажечку. Да, сейчас сначала идем в банк. Счет. Ну, в общем, как-то там. Да, там будем сейчас жарко добиваться чего-то. Да, ничего не хочется делать, честно говоря, по такой погоде дома, только бы сидеть. Да, да, да. Как всегда, то одно, то другое, не знаю. Ну, короче. 23 года, Настя. Да. А у вас какая-то апатия странная. Ну, я вчера уже в эфире говорила, я не буду тут постоянно видео высказываться. Я думаю, вчера люди, которые надо, то они поддержали нас. Я не понимаю, в какой мы ситуации находимся, что нам не до приколов вот этого всего. И у меня нет мани-мани вечного, чтобы круизы. А если бы я хотела, то я всегда себя говорю. Если я хочу, то я себе, значит... Вот, я же говорю, тот же Люксембург, вот туда я хочу. Да нет, там просто, ну, в комментариях пишут, что, типа, вы всегда уставшие. 23 года. Чего, мы не уставшие? Я не знаю, почему. Я не знаю, так... один раз, если ты даже сейчас сказала, что ничего не хочется делать, все, у них... Нет, это ж не так, нет. Когда я хочу, когда мы все запланируем, то мы едем, гуляем, да. Все, я бегу в банк. Да, если что, я включусь. Не, ставьте лайки, все. А, ну все, тогда да. Все, спасибо за видео. Пишите комментарии, как наш пикник. Да и в общем, подписывайтесь. Всем пока.